Добро пожаловать на занятия йогой дома на сайте asanaonline.ru, где вы имеете возможность заниматься с преподавателями нашего клуба, не выходя из дома. Меня зовут Екатерина Андросова, и я веду занятия в клубе ОМРУ с 2009 года. Имею опыт проведения занятий в группе для начинающих, а также составления утренних и вечерних комплексов по йоге. Йога – это глубокая, мудрая система саморазвития. Она дает каждому различные системы самопознания. С помощью практики мы преодолеваем такие ограничивающие эмоции, как гнев, ревность, зависть, гордость. Через знакомство с самим собой мы развиваем доброту, сострадание, принятие, ясность. На утренних занятиях по йоге мы осваиваем пробуждающие техники. Также выполняем йогу для лица, йогу для глаз, основные упражнения для рук, ног и позвоночника. Знакомимся с перевернутыми асанами и учимся выполнять их в течение 10-15 минут. Завершение практики происходит под звучание поющей чаши. Вечерние занятия направлены на успокоение и гармонизацию всех систем нашего организма. Мы прорабатываем все тело и выполняем асаны для рук, ног и позвоночника. Также знакомимся с начальными техниками концентрации и сосредоточения. Регулярно выполняем пратаку, практику созерцания пламени свечи. Завершение происходит также под звучание чаши и колокольчиков. Во время практики я предлагаю к выполнению различные сочетания асан. Стараюсь каждое занятие проводить с добавлением новых элементов. Всегда учитываю замечания и комментарии занимающихся. Буду рада встрече на занятиях. Успехов вам в практике. Ом.